О, вот, прямо из-под лодки, вот буквально в метре от мотора. Намахал ты. В метре от мотора. О, эх ты! Уже два подхода было. О! О, там, есть. Да ничего такой. Вот она, рыба. Смотри, как схватил. Ага, смотри, засосал. Вообще полностью его. Блять, пасть какая-то. Поперёк. Он даже не зацепился, слушай. Вообще, я просто так его вытащил. Вот, смотри. На расклинку. Это вот этот воблер, на которого я линков ловил. Здоровых. Что, надо, нет таких? Нет. Не надо. Ну, классно ударил. Уже три раза стукнул. Вот пока я кидал, бревно какое проплыло. Опа! Есть! Ох ты! О, эх ты, сошел! Сошел! Ох ты! Ага, я видел. Видел? Ага, белая. Прямо около лодки. Ну это он что-то твоим воблером, наверное, ну, интересно. Воблером, ну я поднимать стал. О, что такое? Заплыло под нас. О! Не-не, он кинулся, но промазал. На китайского воблера. Как-то играет, конечно, китаец. Нестабильно. О! Да что ты, ё-моё, сошел. Крошечные крючочки. Ну да. Крючочки маленькие. Знаешь, ему надо как карасю дать засосать. Так, у меня есть еще один интересный воблер. Ага. Вот. И мелочь рассыпную. Вот он, вот он. Нет, другой. Смитовский Day Insight. В принципе, хороший воблер. У него сломалась лопата. Я ее отремонтировал. Малышарик. А если бы такие тут килограмм, полтора, три? Можно было уже взять. Ну да. Килограммчика два был бы, я бы взял бы с удовольствием. О! Да ёпарыса ты, да ты чё? Вот он! Ага. Главное не дать ему на дно уйти. Да нет. Первый, да? Ага. Эть. Сошел. Ну и ладно. Отпустил, да. Отпустил. Ну, далеко берут. Прям. Уже, видать, сместились и испугались. Ты. Ой, вот это вот что-то уже поинтереснее. Или за бочину? Или за хвост, не знаю. Да нет, вроде пасть. Ну так хорошо схватил. Вот побольше уже чуть-чуть, да? Это уже побольше, чем те. Отпустил. Я прошлым летом уже к концу попал на такое место. Короче, выпрыгивают эти верхогляды. Ну вот такие же.
Но их там было, не знаю, ну просто очень много. И площадь, где вот они прыгали, еще раз в 5 больше, чем здесь. И вот они повсеместно и везде, короче говоря. А я не взял мелкие блесна ультралайтовские. И не могу ни на что, так и не клюнуло ни разу ничего. Кидал. О, вот он. Ага. Ух ты. Щука, ёпа. Красоты. Вот это да. Уж чего-чего. Отпустил? Ага, отпустил. Прикинь. Вообще красавчик уже. Сама верхогляда, щуку. Ничего себе. Осталось ауху и желтощека, блядь. И судака. На сегодня план выполнен. Да, крючочки тут, конечно, вообще надо менять. Нифига, блин, да вообще, да она взяла вот под лодкой прям. Ты. Че бы вот ей тут на течении на таком? В таких заливах. Я удивляюсь. Там ускали. Я удивляюсь. Непонятно. О! Что-то... О! Есть! Такой же. Что, отпустить тебя? Да отпущу. Не боись. Какой? А где у тебя мамка с папкой? Зови. Дедушка с бабушкой. А, он там вдалеке, да? Ну-ну. О, ага. Вижу, гоняет. Не один там. Да там дофига, вот можно перевязаться вот к этой вон палке. Ну, можно, давай. Оп, ага. Сошел. Ой, хороший. Слушай, был, да. Ну что, вот еще. Четвертый в ассортименте у меня. Хищник за день. Ну, что-то, смотри, как закровил. Может под жабру куда-нибудь. Да нет, она вон сверху торчит. Критические дни. Ну, что-то. А, ну маленько, ага. Под жаберку маленько взял. Не сильно. Но попалась. Попробую аккуратненько его. Ага. А. Все, аккуратненько снял. Все. Выживет. Да вроде не сильно, знаешь, чуть-чуть там совсем. Что-то кровит сильно. Не знаю, выживет, нет? Да, наверное, уже трындец. Ну, смотри, сколько крови пустил. Крови много. Придется забирать тогда. Что делать? Жалко, конечно. Убить нельзя. Конечно. Тем более разрешили их брать. Придется воспользоваться. О, вот, блядь, висит. Где? Или кастмастер. О, кастмастер, ну. Давай снимем. Давай. Кастмастер. Здесь пригодится. Конечно. Кастмастер. Я тут кастмастер. Так. Ух ты. Вот он. Прямо рядом. Вот он. Желтощек. Красавчик. Желтощек. Щек, щек. Так. Такой же, да? Да. Не, поменьше. Тут побольше будет. Да подожди. Пущу тебя. Даже доставать не буду. Опа, все, пошел. Вот кто тут разогнал всех верхоглядов.